А в чем спор? А спор вот в чем, наимудрейший. Где у палки конец и где начало? Ну, допустим, слева начало, справа конец. Так? Так. Так. Нет, не так. А теперь я эту палку переворачиваю. Теперь, значит, конец пошел на начало, а начало пошло на конец. Так. 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 Не так! Не так! И сколько раз мы этот опыт с палкой не ставили, каждый раз то же самое получается. Нету палки конца, и все тут. И выходит по науке, что... Что палка есть нечто бесконечное. Бесконечное. Что философы древности говорят? Что? Палка о двух концах. Значит, концы-то у нее есть, а чего нету? Нету начала. И выходит, что палка есть нечто безначальное. Уймите их. Говорить буду. Тихо! Тихо, господа мудрецы! Тихо! Наимудрейший говорить будет.